Время ночное, время страшилок. Подожди, я хочу лампу положить, я не нашла машину. Ну, ребят, присаживайтесь как-то там, что-то как-то... Чтобы уютненько было, я начну туда уже. Она лежала на столе, когда я подошел с ножом. И было тихо на земле. Я поступал нехорошо. Нас было двое во вселенной, когда я нож над ней занес. За что? За что? Не мой вопрос. Происходило все мгновенно. Я дал ответ. Ответил вот как. Всегда так было там и здесь. Я не со зла. Прости, селедка. Нам с Котофеем надо есть. Браво.